Всем привет, сейчас будем играть Tag Team Match Hell in a Cell Торнадо Tag, соответственно. Будем играть Шеймусом и Финли против Козлова и Сантино. Ну, в общем, выбираем Шеймуса. Хотя нет, давайте я буду играть за Сантино и Козлова. Короче, беру я Сантино. Вот мне сразу предлагают Козлова, они у меня, по-моему, и в тиме как раз. Короче, далее Шеймус и Финли. Ну, выходы посмотрим. Тогда уж нажимаем play. Сейчас сидел вот, делал лольский эпизодик Озерск Wrestling Entertainment. Наверное, сначала я залью игровое видео, затем уже лольский эпизод. Блин, что-то я нажал пропустить, но, по-моему, выходил Козлов Сантино, но почему-то не было музыки у них. Ну и ладно, пофигу. Не такой уж и интересный у них выход, по-моему, был. Так, я играю за Сантино. Напомню, делаем бульдог Финли. Так, ну, в общем, я думаю, сейчас сыграю. Залью эпизод, в смысле игровое видео, и затем уже залью лольский эпизод. То есть там не приемы, а там неудачи всякие наши и так далее. В общем, посмотрите, те, кто не знает, те, кто, может, не смотрел еще ни одного, точнее, ни одного в смысле, а те, кто не смотрел уже давний наш лольский эпизод в первом сезоне. В общем, мы видим, у меня сейчас есть сигнатура. Какая сигнатура у Сантино, когда... Так, блин, снова... Черт. Эй, там сабмишн Козлову делают. Отвали, Финли. Кроссбади. Заткнись там. Так, блин, сбил меня. Кроссбади. Во, сигнатура. Черт, ну Финли встает. А у меня еще есть и когда я стою, сигнатура. Во. Это хэдбат, наверное, будет сейчас. Забавный хэдбат Сантино. Ну, ждем, когда Финли встанет. Ну, ладно, я его сам подниму. Сделаем ему кобру, наверное. Да, сейчас будет великий прием. Великий прием Сантино. Кобра. Вот так вот мы клюнули в лицо Финли. Получил он у нас кобру. Сейчас наверняка получит у нас и Шеймус такую же кобру. На, получил он бигбут от Козлова, аж улетел Шеймус. Ловите меня, получай. Сантино сейчас раскидает здесь всех. Так, вот такой вот бросочек. Угрожаем коброй. Так, сабмишн делает Владимир Козлов. Ну, не знаю. Может, сдастся Финли, но помешал еще, по-моему, Шеймус. Ну, или сам Козлов отпустил, не знаю. Кстати, это мне предлагали... Ну, вчера вот кто-то спросил сначала, если делаю ли я, точнее, ну, как выпуски полные из игры, как бы. То есть я играю, и получается, как выпуск Смакдаун или Ро. Я написал, что не делаю, потому что я действительно так не делаю. Но, в принципе, идея сама неплохая. Записывать, допустим, WWE Universe... Смакдаун, Роу и Pay-Per-View. То есть, ну, я думаю, было бы интересно. Ну, в общем, это мое мнение. Я думаю, нужно сделать опрос в группе, записывать ли мне такие или нет. Но тогда скажу сразу, что на заказы будет меньше времени. И не знаю, будет ли вообще вам интересно смотреть длинные выпуски. Там сколько матчей? 5, наверное, 4, 5, наверное, Смакдауне, в Роу и на Pay-Per-View проводится. Но еще, о, такая вот труба у нас, Сантино. Ну, еще, думаю, нужно подредактировать мне участников Роу и Смакдауна, чтобы там были побольше созданных, думаю, и поменьше неинтересных рестлеров, типа Белкина. Ну, не знаю, он вам может быть и интересен, но, думаю, кому-нибудь интереснее, потому что без него будет скучно, наверное. Ну, в общем, левых каких-нибудь убрать, которые вообще неинтересны вам. Или кем я вообще почти не играл. Ну, может быть, не знаю. Или как-то раскидать их, чтобы и таких было много. Допустим, неинтересные на Суперстарс, а крутые мегазвезды.
созданные, ну или не только созданные, на Ро и Смакдауне. Ну, посмотрим. Сначала сделаю опрос, думаю. Сейчас вот времени нету записать. Я думал сегодня записать, но нифига не получилось. Это гребаной школой. Ненавижу ее. Блин, и на будущее скажу вам, учите, блин, предметы, которые будете сдавать в ЕГЭ. Это мой совет, блин. Так, удержание. Мешаем, конечно же. Видимо, Финли было мало нашей кобры. Так, ну и почему я заговорил насчет ЕГЭ? Это, блин, такое говно придумали, блин. Вот дать бы это ЕГЭ порешать тем, кто его придумал. В принципе, я, ну, скажу, что ничего легкого, ничего трудного, ну, например, по математике. Я, как бы, может быть, шарю, но, блин, по другим предметам, не знаю, мне не нравится. Ну, я, к примеру, возьму химию, я не учил, честно скажу, до 9 класса вообще, я халявил на уроках и так далее. А в 10 классе решил сдавать химию на ЕГЭ в 11, то есть я сейчас в 11, и, блин, не знаю, как я ее сдам. Ну, приходится сейчас учить все, что я не знаю. И жестко прессуют, короче, учителя, училка точнее. Поэтому я вам советую учить и думать заранее, что вы будете сдавать. Ну, в общем, ладно. Тем более, что вам, думаю, жестче придется с ЕГЭ. Что-нибудь еще придумают. Мне вроде как повезло еще. Ну, не знаю. Кто-то вообще, наверное, из вас, может быть, смотрит мое видео, кто намного старше, ну как намного старше, ну в общем постарше меня, и кто уже справился с этим ЕГЭ, может кто-то вообще его не сдавал и по старой системе проходил. Ну ладно, что это я заговорил про учебу, у нас тут типа рестлинг. Сейчас, наверное, мне будет сделан какой-то суплекс. Ну да, что-то вроде того. Не дает мне Шейму сделать ему кобру какую-нибудь. Блин. Бэкбрейкер сейчас будет. Нет, это не бэкбрейкер, оно что-то типа слэма. Элбол дроп делает Финли. Владимир Козлов Шеймус полез за стулом. Ну и правильно, в принципе, у нас Hell in a Cell матч. Черт, получил я стулом. Да ты запарил. О, там прикольный плакатик, он с моим лицом, с Сантино. Так, есть сигнатура у Шеймуса, ну и у Володи Козлова тоже есть она. Давай. Я тут кобру поделаю. Убирает Сантино свою кобру, забавно. Черт, бульдог. Ну, пока справляются с нами Шеймус и Финли. Но все-таки покажем им здесь, чья команда лучше. Ой, бульдог сделал рефери, но зато он отсчитывать не будет. Три финишера есть у Шеймуса. Ну и, блин, завали. Ну, пускай парит, я не буду ему ничего не говорить. Я думаю, вам нравится, когда он орёт. Оу, у меня Биг Бут такой вот. Прилетел Bicycle Kick, наверное, правильнее сказать. Так, Биг Шоу, точнее, какой Биг Шоу? Козлов меня спас с удержания. Почему Биг Шоу, не знаю. Ой, по яйцам мне ударил Шеймус. Черт возьми. Да, блин. С боем, кстати, с настоящим я что-то так и не продолжал. Сделал промо, а к матчу еще не приступал. Ну, я постараюсь действительно в ближайшее время, как вот... Ух! Прикольно сейчас был прием от Сантино. Я не знаю, что это было. Типа слипер какой-то или что, не знаю. Раннинг слипер. В общем, было прикольно. Ну, а бой, не знаю, мне некогда записывать. Тем более вот сейчас, если вы все-таки захотите смотреть, типа, полные выпуски... Роу и Смакдаун, или как там, Суперстарс, не знаю, Pay-Per-View в игре, то мне придется еще, точнее, у меня будет еще меньше времени, и на эту самую химию, может быть. Ну, не знаю, да, в принципе, я что, я сначала делаю уроки, наверное, потом уже записываю. Ну, в смысле, если немного забить, то я, конечно же, записываю сначала видео, ну, а вечером делаю уроки, потому что я уже вам говорил, что... Когда кто-то дома, я не записываю, потому что, ну, будет мешать мне. А то мало ли, что я могу сказать, записывая видео. Вы же меня уже, наверное, знаете. Ну да ладно. Залезаем на турнбаклу. Elbow drop. Козлов сделал суплекс, а я вот такую трубу делаю, еще хочу. У Козлова есть финишер, пускай он его сделает кому-нибудь. Ну, блин, Шеймус, смотрите, хитрый какой. Нам по яйцам ударил. И Козлову, и мне. Давай, Володя, делай ему
что сейчас было с Финли. Давай, Владимир, тащи! Ну нет, видимо, завалил его Шеймус. Во, у меня есть сигнатура. Эй, Финли. Эй, Финли. Ёпта. Блин. Так, первый раз я, по-моему, делал сигнатуру, когда чувак валялся. Сейчас попробуем посмотреть, что за сигнатура, когда чувак стоит. Блин, по яйцам, да что такое? Курочек. Пропал. Сигнатура, блин, еще DDT. Эх, уж эти реверсы. И удержание, нет. Ну тут хер же попадешь. Ну, ребят, но это не дело. Ну, проиграл я. Черт возьми, даже Козлов не успел меня спасти. Ну, блин, ну, проиграли мы. Короче, печально. А я болел за нашу команду. Не потому, что я играл за них, потому что они мне нравились. Было забавно смотреть на них. Ну да ладно. Вот такой вот бой получился. Всем спасибо. Всем покеда.